Доброе утро, мои хорошие. По многочисленным просьбам мы решили для вас заснять отличное видео, как мы готовим свои замечательные пиццы за 2-3 минуты. И показать все ингредиенты, которые вам потребуются для приготовления такой пиццы. Итак, мы зашли в магазин «Пятерочку» и купили вот такие вот замечательные лепешки со вкусом сыра. То бишь на одну пиццу вам потребуется одна вот такая вот лепешечка. Дальше майонезик провансаль, одна десертная ложечка, смешанная с замечательным соусом кавказским. То есть смешивайте и сверху обмазывайте эту лепешечку. Дальше 50 грамм колбаски. Мы купили сочинскую, также в магазине «Пятерочка». 50 грамм сыра. Желательно берите сыр именно твердых сортов. Один перец. Нарезайте его вот так вот тонко соломкой. Половина розового помидорчика. И 5 оливков. То есть оливки взяли без косточки, уже заранее их приготовили, порезали. Вот, в принципе, вот такие несложные ингредиенты вам потребуются для приготовления замечательной пиццы. Следующий этап приготовления нашей пиццы. На абсолютно сухую сковороду мы положили лепешку и обмазали ее майонез с кетчупом. Сверху насыпали совсем немножко сыра. Далее на сыр выложили нашу колбаску. На колбаску выложили помидорки. Далее красиво раскладываем перчики и оливки. И завершаем наш процесс приготовления пиццы. Выкладываем тертый сыр. Очень красиво выкладываем сыр. А сверху можно какую-нибудь зелень добавить, но это по желанию. На раскаленную плиту мы ставим нашу пиццу на 3 минуты под закрытой крышечкой. Прошло ровно 3 минуты, и пиццу нашу отставляем. Самое главное в приготовлении пиццы, это чтобы дно самой пиццы не пригорело, иначе вкус ее поменяется. Обязательно смотрите за временем. Минуты 2-3 наша пицца еще должна потомиться под закрытой крышечкой, чтобы сыр полностью расплавился. Ну вот, мои хорошие, итоговый результат. Наша пицца с вами готова. Сейчас она остынет, и мы ее разрежем и покажем вам, какая она вкусная внутри. Ну вот, наша с вами пицца остыла. Посмотрите, какая сочная, толстенькая. Видите, нигде ничего не пригорело. Жирненькая, вкусная. Готовится всего 2-3 минуты. Так быстро на завтрак. Какая вкуснотища. Готовьте с любовью, мои хорошие.